Привет. Да, привет. Так, давайте еще минут три подождем, начнем и будем начинать. Вот. Сейчас приглашенная лекция. Она у нас вместо... У нас пропал один ASR-семинар, появился кошка, и мы думали, чем его занять. Вот. И поскольку у нас совсем практически нет софт-супервайзеров в курсе, мы очень попросили, позвали Георгия и попросили его прочитать нам про self-supervised в звуке. Вот. Еще больше попросить, если понимаешь. Давайте еще минутки три и начнем. Думаю, можно начинать. Единственное, что скажи, пожалуйста, вопросы во время лекции, как удобно тебе будет включать. Да, скажите, во-первых, меня нормально ли слышно? Да. Супер. Все Я бы отлично. хотел, чтобы вопросы были по ходу, то есть желательно голосом. То есть, наверное, я не все буду в чате мониторить, вот поэтому можете смело перебивать. Вот. Ну и на мой вопрос тоже. Я бы хотел, чтобы отвечали по ходу лекции, чтобы у нас такая, хоть и лекция, но немного было взаимодействие между участниками. А, такое пожелание. Да, меня зовут Жора, я работаю в Sber Devices, руковожу там машинным обучением для ASR. И сегодня хотел бы поделиться какими-то нашими подходами, ну, известными в литературе, но тем не менее там опробованными нами и с какими-то практическими результатами. А, давайте посмотрим план. Займет у нас, наверное, это все часа полтора, может быть, не знаю, плюс-минус 10 минут, в зависимости от вашей активности. Начнем с постановок задач, да, парадигм в машинном обучении. Сразу скажите, пожалуйста, какие вы знаете подходы по отношению к данным, то есть там с учителем, какие еще бывают подходы? Ну, без учителя, когда у нас... Так, меня слышно сейчас? Да. А, ну, вроде там задача кластеризации какой-то, это обучение без учителя, когда у нас нет разметки данных. Ну, а помимо нее, ну, окей, то есть есть supervised, есть unsupervised, какие-то еще Ну, главные и стадии. self-supervised подразумевается ответ. Да, а еще что-нибудь? Reinforcement learning. Окей, ну давайте посмотрим, какие я выделил. То есть, да, вот у нас есть синенькие точки, это один класс, красненький другой. Можно поставить задачу, там, провести между ними какую-то разделяющую поверхность. Да, или задача регрессии, да, там как-нибудь предсказать вещественную величину по нашим признакам. Есть действительно unsupervised, когда у нас просто есть какое-то многообразие без целевых переменных. Мы хотим их как-нибудь кластеризовать, выделить сегменты, может быть, размерность снизить. Это unsupervised. Может быть, сценарий, когда у нас есть какое-то количество данных, небольшое, вот синенькая точка и красненькая точка. Мы могли бы между ними провести какую-то разделяющую поверхность.
Но при этом, если у нас будут еще неразмеченные точки, то есть это точки из того же там распределения, но без целевых переменных, мы можем либо функцию потерь модифицировать, либо как-то подход к обучению, и вот по ним видно, что там как-то разделяющая поверхность лучше бы было провести вот так. Такой режим называют semi-supervised, то есть с частичным привлечением учителя. Сюда относятся там различные дистилляции, если вы, например, неразмеченные данные применяете. Или такой подход, как active learning, когда вы сэмплируете только сложные для модели примеры в процессе обучения. Помимо этого, есть еще такая особенность, что сейчас люди генерят множество контента. Например, выкладывают в Инстаграме фотографии капибар с какими-то хэштегами. Капибара, животное там, и так далее. Или есть энтузиасты, которые смотрят ролики на Ютубе, ну, точнее, не только смотрят, но и могут составлять субтитры. Таким образом, можно написать какой-нибудь краулер, который выкачивает картинки из Инстаграма, смотрит на хэштеги и для каждой картинки предсказывать такую мультилейбл-задачу, предсказывать хэштеги. Таким образом, мы тоже берем supervised сигнал из данных в вот такой картиночной задаче. Или в случае с YouTube мы можем скачать ролики, у которых есть субтитры, нарезать их на короткие, да, утеранцы, выравнивать текст и аудиозапись, и такие пары аудиозапись и транскрипция использовать для системы распознавания речи. Соответственно, такой подход называют weekly supervised, потому что, с одной стороны, у нас и то, и другое, это будет supervised learning задача. С другой стороны, у нас эти все метки нам дешево достались, мы просто скачали их из интернета, и при этом они могут быть с каким-то шумом. Например, вот здесь, в случае с Инстаграмом, люди могут накручивать какие-то хэштеги, чтобы их посты были популярны. Короткая, там, один слайд буквально про weekly supervised в ASR. Наверное, многие из вас слышали про OpenAI Whisper. Я думаю, на курсе вам рассказывали про такую модель. И ее особенность как раз была в том, что в OpenAI скачали 700 тысяч часов вот таких слабо размеченных данных. Это были там субтитры YouTube, другие какие-то supervised датасеты, которые они фильтровали, именно пытались найти в них сгенерированной моделью транскрипции, а остальные пары использовали в обучении. Вот это такой weekly supervised на большом масштабе данных в мультиязычном сценарии и в мультитаск сценарии позволил хорошо работать сразу из коробки на множестве языков. Но, наверное, статья, про которую меньше знают, вот весной выходила тоже от Меты, про их распознавание и синтез речи сразу на там 1000+ языков. Как раз они тоже использовали weekly supervised, сразу себе поставили задачу сделать прям большое количество языков. В частности, там вот у них было language identification, то есть предсказание по звуку языка, на котором говорят, на 4000 языков. Вот. И чтобы собрать такой большой корпус с мультиязычным, нужно какое-то произведение, да, которое есть сразу на куче языков. Поэтому они бы обратились к библейским текстам, конкретно к Новому Завету. Есть сайты, на которых люди, по-моему, полупрофессиональные или даже вообще не профессионалы, читают Библию. И понятно, что для этого, для таких аудиозаписей есть референсный текст, то есть само описание. Ну и также там описывался долгий подход, как они там в три стадии выравнивали и фильтровали эти данные, собранные. Но в итоге действительно там получилось сделать на огромное количество языков как распознавание, так и синтез. Поэтому вот это направление с weekly supervised, оно тоже активно развивается, но тем не менее вот эти все подходы supervised, semi-supervised, weekly supervised, они все равно завязаны каким-то образом на целевую переменную. То есть нам все равно нужна какая-то разметка, и мы в нее упираемся. То есть она становится бутылочным горлышком. Если у вас там weekly supervised данных мало, например, на 100 часов или еще меньше, то не получится создать хорошую систему. Поэтому вот такой полностью low resource, полностью там подход, он немного тупиковый.
в плане weekly supervised. И здесь нам нужно обращаться к, вот уже с моей точки зрения, self-supervised learning. В чем идея? То есть у нас сами по себе объекты, например, вот здесь нарисован тигр, картинка, они имеют в себе некоторую структуру. И часть этой структуры мы можем использовать как целевую переменную, а остальную часть использовать как, по сути, признаки, которые будут поступать на вход в нашу модель. Таким образом, мы можем предобучить нашу сетку на какую-то вспомогательную задачу, просто на понимание того, как там пиксели устроены, какие есть структуры, а потом уже вторым этапом ее доучить на конкретную нашу задачу, будь то там классификация животных или анализ тональности текста. Соответственно, мы часть изображения маскируем или вот кусочки текста, и это у нас служит входом в модель. Ну, а, соответственно, полное изображение, прошу прощения, не маскированное, это будет нашим целевой переменной, можно так сказать. Скажите, какие вы знаете self-supervised подходы для текста? MLM. А помимо? Ну, клип в том числе. Ну, клип я бы назвал скорее таким weekly supervised, да? Потому что там как раз пары аудиозаписи. Ой, и уже все. Перефитнут на SR. Пары, картинка и текст, да, где-то майнились, и потом по ним учились эмбеддинги. То есть, а вот self-supervised именно особенность в том, что нам, ну, как бы не нужно какое-то соответствие между объектами. Между объектом и целевой переменной у нас сам объект порождает таргет, себя несет. Является ли предложением первого? Ну да, next sentence prediction тоже. Ай, ладно, у меня потом немножко про это будет. Ну, давайте вначале подумаем, зачем вообще люди занимаются таким self-supervised. То есть это же обычно такие довольно ресурсозатратные обучения. Еще у нас теперь два этапа. То есть первый этап предобучения и второй этап уже фейн-тюнинга. Одна из причин — это то, что у нас модель быстрее сходится. То есть можно запретрениться на какую-то задачу, да, вот там mask language modeling, и потом нашу модель фейн-тюнить под что угодно. Не знаю, под named entity recognition, под какой-нибудь анализ тональности текста, и так далее. Во-вторых, помимо того, что модель быстрее сойдется на вот этой вспомогательной задаче, второе преимущество, что она, как правило, сходится к лучшим метрикам. Единственное, здесь стоит всегда понимать, что это сильно зависит от данных. То есть если у вас супервайз данных много, то как бы, это один сценарий, там это может не так сильно влиять. Но если у вас там их достаточно мало, или если у вас модель достаточно большая, то вот self-supervised предобучение, оно позволяет сходиться к лучшим метрикам. В-третьих, это low resource. Это, наверное, самое основное. То есть если у вас модель хорошо предобучена, то ей достаточно там какого-то малого количества данных, буквально пару батчей, чтобы сойтись на вашу задачу при малом числе объектов. Еще одна причина — это большие модели. То есть представьте, что вот сейчас там выходят какие-то большие языковые модели, которые могут решать там много уже таких прикладных задач. И что бы было, если мы там 70-миллиардную модель пытались обучить сразу, не знаю, там, на суммаризацию какую-нибудь или еще на какую-нибудь цифровую задачу, то есть она бы, скорее всего, сошлась гораздо хуже, чем там модель поменьше, потому что просто у вас уже не фитится количество данных и размер модели. Поэтому вот такой претрейн для больших моделей позволяет, ну, их учить, ну, лучше, чем словно маленькие. И вот здесь график тоже из статьи про OpenAI Whisper. У нас тут по Y word error rate. Кстати, скажите, пожалуйста, вот вам видно из зума вот этот плеер, который с там, вашими именами и лицами?
Нет. О, супер. Там как раз мог бы бежать. Соответственно, вот у нас график. По Y у нас word error rate. По X у нас количество данных в обучении вот такого OpenAI Whisper, то есть это encoder-decoder, listen-attendance по модели. Каждая точка соответствует какому-то языку. И видно, что если у нас язык какой-то high resource, то там для английского было очень много данных, на нем word error rate хороший, с меньше 5. При этом, если у нас там даже было 100 часов в обучении, то word error rate на таких языках был 20+. Поэтому вот в low resource сценарии притрейн нам позволил сильно лучше сойтись, как мы дальше видим. Да, ну и пятое — это foundation model. То есть, условно, вы можете обучать, как там в NLP, один энкодер, потом его использовать для кучи разных задач. Так на самом деле и в звуке. То есть, если мы обучаемся на просто какую-то speech-only таску, то потом можно нашу модель фантюнить там и под распознавание речи, и под распознавание языка, на котором говорят, там под распознавание эмоций и другие проблемы. Соответственно, подходы для текста. Часть из них мы с вами обсудили. Например, вот вы говорили про Masked Language Modeling в Берте. Есть там еще Роберто, в которой немножко, ну, Next Sentence Prediction нету. Например, есть, понятно, GPT-like, то есть Next Token Prediction. Есть Барт с его denoising задачей. Ну и на самом деле вот эти простые подходы для построения эмбеддингов, если помните, Word2Vec, FastText и Glove, они тоже, по сути, входят в эту парадигму self-supervised, потому что вам не нужно никакого таргета в этих задачах. То есть вы можете скачать большую коллекцию текстов, пройтись окошком по этим текстам. Например, слово в середине окошка будет вашим целевым, а слова по краям окошка будут вашими фичами. Таким образом, вы будете пытаться по контексту предсказать центральное слово там в одной из постановок. Таким образом, слова в одинаковых контекстах будут выучиваться как похожие. Вот, без какой-либо там человеческой разметки, без краудсорсинга. В чем специфика звука? То есть во многих вот задачах именно NLP мы сходу можем понять, что у нас есть какой-то закрытый словарь дискретных токенов. То есть, например, в Word2Vec это количество слов. И сколько у нас там уникальных слов, такой у нас и размер словаря. В современных NLP моделях мы можем там какой-нибудь получше токенайзер обучить, типа byte pair encoding или другие SVOT based токенайзеры. Но в звуке у нас такая ситуация, что у нас довольно разреженные данные, и 1 секунда звука, в которой там довольно мало контента, она описывается там 16 тысячами точек. Да, если у вас sample rate 16 килогерц. Соответственно, как вы думаете, как можно построить словарь в такой задаче, чтобы потом обучать в self-supervised режиме, если мы про задачу классификации говорим? По фонемам как-то, нет? По фонемам. То есть какую-то использовать вспомогательную модель, которая Да, по... выделит нам фонемы, и мы из них словарь сделаем. А знаете какие-нибудь такие модели? Честно говоря, нет. Окей. Что-то пишет чат. Одна идея была ASR pre-train, но тогда это у нас как бы нас не освобождает от того, что мы становимся заложниками целевых переменных. То есть для ASR pre-train вам нужно точно знать, какие у вас референсные транскрипции. Если у вас какой-нибудь там low resource язык, то там ASR особо не Сейчас. получится обучать. Можно же точно так же, как это делает Берт, просто взять и маскировать какую-то часть аудио. И давайте предсказывать то, что мы замаскировали, и все. Согласен, но какой словарь у нас будет?
То есть Причем, суберта, ну, да, здесь должен быть словарь, если сразу будем предсказывать громкость, типа вавки, например, в какой-то момент времени. знаете. Да, ну смотрите, громкость вавки – это очень простая задача. То есть вы ее можете предсказать, не знаю, линейный слой навесить на спид-программу и предсказывать громкость, или предсказывать там, основную частоту, или предсказывать зашумление. То есть вам для этого вообще никак не нужен ваш контекст сигнала, поэтому будет очень такой слабый притрейн. Вот. Не знаю, если много маскировать, казалось бы. Ну, конечно, действительно, можно какую-то линейную интерполяцию просто построить, но как будто если много маскировать, там будет много и разрежено маскировать, скажем так. Ну ладно. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, что делают исследователи из Гугла и Мета. Вот, и сравним с вашими гипотезами. На самом деле там подходов огромное множество. То есть вот здесь на ICASP в 2022 году был tutorial на тему self-supervised. Вот, они нарисовали такой хронологический график. Он уже немножко устаревший. То есть здесь вот кончается серединка 2022 года. С тех пор продолжают как бы клепать разные подходы для вот такого спич-притрейна. Мы сегодня с вами рассмотрим, по-моему, 4 подхода. Часть из них здесь указана, часть нет. Которые, ну, во-первых, отличаются немного друг с другом. Во-вторых, они приводят к хорошему качеству, но и до сих пор используются. Первый из них — это WAF2Vec 2.0. Он появился, по-моему, в 2020 году, где-то весной. В отличие от многих моделей в вот таком deep learning, да, для аудио, эта модель работает не на спектрограммах, а на сыром аудио. То есть помимо WAF2Vec, я знаю, наверное, только еще SyncNet, который вот использует сырую waveform как вход. Но понятно, что если мы возьмем сырую вавку, попробуем ее запихнуть в трансформер сразу, то это будет не очень приятно, потому что как минимум у нее, ну, она очень длинная. То есть одна секунда звука — это 16 тысяч точек, и у нас там будет довольно плохо с точки зрения длины последовательности. Поэтому вначале применяют такой стек-сверток, это сверточный фичи-экстрактор, который выделяет некоторые латентные переменные Z. Соответственно, берется вавка, процессится свертками, помимо того, что там какой-то рецептив филд появляется, то есть вот этот Z первый, он уже смотрит там на какой-то кусочек waveform. Помимо этого, еще сильно сжимается длина последовательности. То есть суммарно там страйт где-то 320, и если у вас там одна секунда описывалась 16 тысячами точек, то теперь она описывается вот такими 50 векторами от Z1 до Z50. Вот. А дальше, да, как вот в таких NLP-моделях мы часть Z-векторов латентных не меняем, часть заменяем на mask-эмбеддинги. Вот. И после этого, как обычно, там засовываем в трансформер, который формирует нам какие-то глубокие контекстуализированные представления для mask-токенов. Но остается вопрос теперь, как, что по ним предсказывать. То есть мы сформировали такой hidden, который будет в функции потерь подаваться. Осталось понять, как вот нам теперь построить словарь, с которым эти hidden сравнивать. Для этого они предлагают такую вещь, как product quantization. То есть у вас для построения словаря инициализируется обучаемая матрица. Ее называют матрицей кодбуков. То есть вот здесь есть три кодбука, три вот таких строчки. В каждом кодбуке содержится какой-то код-ворд, вот, например, там V1.1, V1.2, то есть всего их V большое. Соответственно, у нас берется какой-то Z3, который будет потом маскирован, и считается близость между Z3 и всеми код-вордами в одном кодбуке. То есть вот здесь нарисован красненьким квадратик, в котором у нас максимальная похожесть,
между этим кодвордом и Z3. Соответственно, этот кодворд пойдет в формирование таргет-вектора. Точно так же со вторым кодбуком. То есть из второго кодбука выбирается тот вектор, который максимально коррелирует с нашим латентным Z. И то же самое с третьим. Соответственно, мы их три конкатенируем, умножаем на линейный слой. Вот мы получили таргет-вектор Q3. Соответственно, давайте подумаем, сколько у нас всего вот может быть таких векторов Q уникальных с такой процедурой. А можно еще раз схему повторить? Как-то мы, получается, с эмбеддинги после конволюшена засовываем матрицу. А матрицу мы как инициализируем? Вот эта матрица — это learnable параметры. То есть вначале она там каким-нибудь гауссовским шумом, да, к Xavier. А в процессе она вот наш выучит словарь нам нужный. Соответственно, мы берем вектор Z, умножаем его скалярно на все эмбеддинги в одной строчке. Смотрим, какой эмбеддинг максимально похож на наш Z3. Вот я его подсветил красненьким. И тогда этот эмбеддинг мы используем как таргет переменную Q3 из одного кодбука. Да? Во втором кодбуке лучше всего коррелирует вот этот другой красненький квадратик. Вот, и в итоге три вектора из трех разных кодбуков мы условно конкатенируем и используем как целевую переменную. А, это у нас вектора V1,1, V1,2 и так далее. Да-да-да. Тогда понятно. Извините, а почему сколько мы не нас... используем Z3 сам? Что не используем? Z3 сам. Мы же просто ищем похожие к нему и потом и конкатенируем. Да, просто смотрите, в чем дело. Мы же хотим с вами какой-то закрытый словарь построить. То есть вот у нас Z3 — это какой-то непрерывный вектор из неограниченного множества. А мы хотим, чтобы у нас было какой-то закрытый словарь вот из таких векторов, которые в целом могут быть. А, окей, понял, спасибо. На самом деле это как бы, ну, мы дальше увидим, что это не обязательно, но вот здесь авторы предлагают такую сложную схему, именно чтобы построить закрытое множество таргет-векторов. Вот. А, соответственно, у нас всего может быть V в степени G уникальных векторов, да? Потому что можно выбрать любой из первого слоя, второго, там, и так далее, даже этого. А, да, ну, надеюсь, понятно стало, как вот формируются эти кушки. И после этого нам теперь нужно, чтобы C3 был близок к Q3. Вот. Поэтому здесь используется такой... Ну, да, дальше мы формируем его для ZK плюс первого также. У него там с другими коррелирует. И другой Q формируется. Вот, ZK плюс второе. Вот и получилось у нас таких три вектора для вот этих латентных Z. А теперь нам надо, чтобы C3 был похож на Q3 и не похож там на остальные. Поэтому тут используется такой контрастив подход. Когда мы берем вот из того же утранса, то есть из того же звука, из тех же зетов, у нас формируются какие-то Q, мы их сэмплируем как негативы и пытаемся, чтобы C3 был похож на Q3 и не похож на остальные негативы из того же утранса. Таким образом, если мы вот максимизируем такое логарифм правдоподобия, то у нас сетка научится вот по маскированным кусочкам предсказывать такие контекстуализированные векторы, которые хорошо похожи на исходные латентные. Что скажете, будет такая штука работать? Ну, выглядит вроде интересно, но и сомнительно как-то. Не, ну если то модель есть, значит, работает отчасти. Да, я ждал такое объяснение, но я пока не все про нее рассказал. Сколько негативов? Вот. Что-что? Сколько негативов мы сэмплируем? 100.
Ну и сэмплируем их так, чтобы, ну, условно, если у нас вот какие-то здесь совпали, то понятно, что мы их не сэмплируем как негативы, только, ну, другие Q. Мне кажется, не очень будет работать, потому что у нас в кодбуке, по сути, мы пытаемся выделить какие-то частотные вектора, по сути, как-то из всего пространства возможных вот латентных векторов взять какие-то частоты, что ли, и потом ими прибежать. Поэтому, не знаю. Смотрите, тут в чем хитрость. Мы с вами посчитали лосс, да? Потом начинаем делать backpropagation по сетке, чтобы посчитать градиенты и обновить веса. Соответственно, у нас градиенты потекут там вот как через трансформер энкодер, потом там дойдут до сверточного, да, mask токена и так далее. Помимо этого, у нас градиенты потекут еще и вот в эту обучаемую матрицу. То есть, по сути, вы учите, ну, формируете ваши таргеты с помощью обучаемых параметров. Может, надо поэтому сетка... Получить сначала датасет, а потом модельку очередно. Ну, это просто вот именно вот если так мы делаем, как я показал, то проблема в том, что сетка очень легко найдет простой сценарий, в котором лосс будет нулевой. Например, она для любого Z будет генерить какой-нибудь просто популярный кодбук один, и вам нужно будет просто его всегда предсказать. Ну, раз это будет оптимально, у нас же есть негативные примеры. Вот я тоже думал про это, но раз с негативными примерами, кажется, должно работать. Ну, окей, тогда у вас будет там, не знаю, немножко... ну, хорошо, если должно быть сколько-то негативов, вот будет сколько-то негативов, которые формируются как там... Один вектор будет, который сильно похож, остальные как рандом. На практике так и получается, что если... Ну, даже вот там... Во-первых, как думаете, что можно починить, чтобы она заработала нормально? То есть как нам регуляризовать нашу сетку, чтобы вот не происходило вырождение вот этой матрицы? Накинуть EMA на веса. Ну, про EMA там будет дальше подход. Конкретно здесь они предложили такую регуляризацию под названием diversity loss. То есть, например, когда вы берете за третий и вот умножаете на, например, первую строчку, вы получаете какие-то скоры. Из этих скоров можно взять вероятность распределения, взять P, GV, да? И вам хочется, чтобы у этого вероятностного распределения была большая энтропия. То есть, чтобы оно не было таким вырожденным one-hot, а чтобы оно было размазано по разным векторам. Таким образом, мы стимулируем модель использовать какое-то более разнообразное множество векторов, а не сливаться в какое-то там, несколько. Вот, и с добавлением, ну и по сути мы вот учим на такую контрасте задачу, плюс там какая-то альфа с diversity loss. И в таком сценарии оно бы уже почти училось. А почему почти? Потому что когда вот мы берем за третий и выбираем для него какой-то кодворд из кодбука, нам по сути нужно сделать argmax, да? И на форварде все окей. То есть мы умножили за третий на какой-то, ну, на все квадратики, нашли, берем argmax и этот квадратик используем как целевой вектор. Но проблема на бэкворде, потому что argmax недифференцируемый. Вот. И для такой штуки используется гумбелевский softmax. Наверное, может быть, было у вас в каких-то курсах по генеративным моделям. Это такая штука, которая позволяет эту проблему обойти. Соответственно, на форварде у нас также остается argmax. На бэкварде мы берем вот это распределение, плюс еще там с некоторым шумом. И от него уже считаем производную, поэтому все нормально обновляется. Вот. В общем, такой несколько сложный пайплайн с несколькими лоссами и ухищрениями, еще и просто на вавках. Давайте посмотрим, дает ли это вообще хоть что-то. Да, вот более формально выписан лосс, и что мы сэмплируем 100 негативов.
табличка из статьи вот 2020 года про Автовек 2.0. Соответственно, у них было предобучение. Используется тут хорошо вам известный датасет LibreSpeech, в котором 960 часов аудиокнижек, да, на английском. И также есть датасет LibriVox, который в 60 раз больше, то есть в нем 60 тысяч часов, но он без транскрипций, то есть там только аудиокниги сами по себе. Соответственно, было два этапа. То есть вначале мы предобучаемся вот в таком в автовек режиме, когда у нас модель пытается вот предсказывать по замаскированным кусочкам вот такие контекстуализированные векторы. А после этого мы обучаем это на ISR с CTC loss. И было два варианта. Base модель, 96 миллионов параметров, и large модель, у которой 320. А вот табличка справа. Я не помню, спрашивал, вам же видно курсор, да, когда я показывал? Да, видно. Супер. А в чем тут большая заслуга? В том, что у нас всего может быть 10 минут размеченных данных. То есть, вдумайтесь, это примерно один батч там, из 60 примеров, каждый пример по 10 секунд. И вот на таких данных мы можем обучить там, base модель, large модель, до word error rate на тестовой части LibreSpeech, на other части, которая, помните, такая более сложная, то есть там спикеры, а уровень шума другой, до вера меньше, чем 10. То есть конкретно здесь было 8,2. Понятно, что если у вас там будет уже час размеченных данных, то будет еще лучше, если там меньше 6. И так далее. Поэтому в лоу-ресурсе это, ну, большая заслуга. А помимо этого, ну, хорошо, в лоу-ресурсе это работает, а есть ли смысл для каких-то больших моделей? Тут есть табличка еще, когда мы учимся на полном LibreSpeech, то есть на всей тысячи часов. И видно, что, условно, мы, если учимся с нуля, у нас на тесте... Тест clean, например, VR 2.1. Вот. У large модели. Если мы large модели вначале предобучили на 1000 часах LibreSpeech, а потом на них же зафантюнили уже с транскрипциями, то у нас VR 2.0. А если у нас еще больше данных в претрейне, то есть у нас 60 тысяч часов в предобучении, то потом на ISR мы еще лучше сойдемся до VR 1.8. Причем напоминаю, что SOTA в целом на LibreSpeech, по-моему, 1.4 word error rate. Окей. После этого в 2021 году вышел автовек 2.0 XLSR. То есть это на самом деле архитектурно все та же модель, предтрейнер ровно такой же. В чем преимущество? В том, что они взяли и сделали большую банку мультиязычных данных. То есть, я не помню, там было, наверное, да, 100 плюс языков и где-то 500 000 часов мультиязычных. Причем не просто там какой-нибудь YouTube, а там были как аудиокнижки, так и записи парламента, Vox Populi, так и телефонные разговоры. На всем этом они предобучились. Ну и единую модель, да, сразу на кучу языков. Большое преимущество в том, что это все выкладывается, понятно, на Hugging Face, как вот предыдущий в автовек, так и вот этот мультиязычный. И такой мультиязычный, он уже довольно хорошо фантюнится там как под русский ISR, так там под казахский, украинский и не только языки СНГ. Какие результаты? Опять же, если у нас 10 минут размеченных данных, то мы получаем еще лучше качество за счет такого кроссязычного предобучения. Но при этом, если мы возьмем... Ну, да, забыл сказать, что здесь файн-тюнинг также на LibreSpeech. То есть английские аудиокниги. Но при этом, если у нас уже 10 часов размеченных данных, то XLSR модель, которая такая кросс-язычная, мультидоменная, она сойдется хуже, чем просто в автовек, обученный на LibreVox.
То есть, опять же, не стоит думать, что вот такой self-supervised pre-train — это просто качаешь какие-то данные любые и на них обучаешься. Точно так же, как там с языковым моделированием и в целом с машинным обучением. Здесь супер важно, чтобы у вас соответствовал домен, на котором вы предобучаетесь, и домен, на котором уже идет файн-тюнинг на целевую задачу. То есть, например, вот здесь в LibriVox было в 10 раз меньше данных, и модель была в 3 раза меньше. Но при этом на LibriSpeech она сходится лучше за счет того, что у нее ну, только LibriVox был в претрейне. Понятен, да, этот момент? Да, ну и вот здесь результат от нашей команды. То есть у нас ну, такой немножко уже устаревший, но тем не менее. У нас была модель QuartzNet 15x5, который только таком чисто в supervised режиме обученный. То есть берем там 8000 часов и учим на этой баночке QuartzNet. Вот он сходится до какой-то вот этой линии, которая как бы baseline здесь указана. Можно взять в AutoVec XLSR, гораздо больше по параметрам, попробовать его зафайн-тюнить на вот этой нашей тоже синей банке. Он сойдется получше, но совсем чуть-чуть. Если мы берем модель на миллиард параметров, тоже XLSR, то она уже сходится, видно, к лучшим метрикам, и такой гэп в сравнении с кварцнетом значительный. Но при этом у нас еще есть большая коллекция неразмеченных данных, вот здесь конкретно 60 тысяч часов, и мы на ней можем предобучить свой автовек, тоже на 300 миллионов. Ну и тут видно, что дает self-supervised. Во-первых, у нас VR гораздо быстрее падает до своего там минимального значения. То есть мы гораздо быстрее сходимся, если у нас данные притрейна соотносятся с данными файн-тюна. Во-вторых, мы сходимся к сильно лучшим метрикам. То есть видно, что большой гэп и по сравнению с кварцнетом, и по сравнению с XLSR в автовеком, даже с большим числом параметров. Ну и в-третьих, мы можем получить еще такое дополнительное преимущество. Если мы будем предобучаться не на вавках в 16 кГц, а сразу на, например, 8 кГц, то у нас будет в 2 раза меньше длина последовательности на входе в трансформер. Поэтому это все будет сильно быстрее работать. Вот. И помимо того, как в NLP, например, есть много людей, которые анализируют, что же происходит в там, головах attention, да, в бертах, там какие головы на что смотрят. Есть также много исследователей, которые пытаются понять, что же происходит вот в таких self-supervised моделях для звука. Вот, в частности, пытаются посмотреть, на что обращают, ну, какие слои, что выучивают у автовека. Здесь такая картиночка. У нее по иксу номер слоя модели, то есть насколько глубоко мы в нее проваливаемся. Вот C1 и так далее, C7 — это у нас сверточные слои. Дальше идут 24 слоя трансформера. Для того, чтобы понять, что выучивает слой, здесь используется такая canonical correlation analysis, по-моему, это называется. Когда мы берем 2 набора признаков, пытаемся их спроектировать в общую размерность с помощью там, случайного преобразования. И подбираем это преобразование так, чтобы в новом пространстве у нас максимально коррелировали новые признаки. Вот. То есть суть здесь в том, что берется спектрограмма, ну, вот, да, на конкретном графике, и смотрится, насколько сильно исходная, ну, спектрограмма исходного звука коррелирует с активациями после какого-то слоя. То есть вот есть, условно, у нас была waveform, мы пропускаем ее через первый слой, свертку, там формируется такое представление со сколькими-то каналами, и мы смотрим, насколько она коррелирует со спектрограммой. Вот. Видим, что там, ну, где-то меньше, чем 0,5. И чем глубже мы идем по вот этим сверточным слоям, тем на самом деле у нас сильнее коррелирует
ну вот для разных моделей. Здесь вот есть как в автовеке, так и в автовеке XLSR, так и там модели, про которые мы подальше поговорим. Вот и видно, что они идут все довольно рядом. И чем глубже мы проваливаемся по сверточным слоям, тем сильнее у нас выход вот этого фичи-экстрактора коррелирует со спектрограммой. Что нам намекает на то, что в целом не обязательно нам использовать сырые вайформы, а можем просто уже спектрограмму маскировать и подавать в трансформер. Ну и так на самом деле во многих работах и делают. А вторая особенность, что у нас в автовеке используются трансформер-слои, но при этом для звука, конкретно для ISR, была задизайнена такая архитектура, как конформер, энкодер, в котором у нас помимо self-attention есть еще сверточный блок, который улавливает такие локальные паттерны вот между этими контекстуализированными представлениями. А, во-вторых, там у нас еще feedforward располовинен, то есть такая у нас macaron-like structure. И в самой статье, вот здесь из оригинальной статьи про конформер табличка, что в целом для ISR конформер работает лучше, чем просто трансформер. То есть если мы удаляем там активации современные, если мы удаляем сверточный блок, там другие преимущества, то у нас word error rate хуже у такого ванильного трансформера, чем у конформера. Ну и для претрейна был тоже такой эксперимент, когда мы учим просто в автовек 2.0, предобучаем, а потом файн-тюнем, и когда мы учим в автовек 2.0, но в котором не трансформер слой, а конформер. Вот. И видно, что VR получается значительно ниже, ну, значимо ниже, скорее. Как на одном часе данных, так и на 100 часах. И вот такой тоже была статья про от Гугла 2020 года. Если я не ошибаюсь, она сейчас в топе LibreSpeech бенчмарка, где как раз у них был притрейн на LibreVox, файн-тюн на LibreSpeech. Вот. Плюс там еще использовался semi-supervised подход. И конкретно здесь они использовали только спектрограммы. То есть потом не было никакого там сверточного фичи-экстрактора. У нас и в авке сразу были спектрограммы. Во-вторых, они использовали конформер-блок в вот этой контекстуал-блоке. И в-третьих, они даже решили вот не заморачиваться с этой сложной квантизацией, а просто сделать замороженный линейный слой. Таким образом, у них там никак не вырождаются вот эти кодбуки, не нужен никакой diversity loss. Можно учиться просто с contrastive loss. И здесь табличка с результатами. Сравнивают они тоже обучение с нуля сразу на ISR. И если мы вначале предобучимся в автовек-лайк режиме, потом зафайн-тюнимся. Соответственно, видно, что, например, если мы с нуля учим модель на 600 миллионов параметров, то у нее качество получается даже лучше, чем если мы с нуля учим модель на миллиард. То есть не получается нам всего на 1000 часах LibreSpeech хорошо обучить модель с таким большим capacity. С XXL конформер сойдется хуже. Но при этом, если мы предобучимся, то у нас VR получается ниже, как и на XL модели, на 600 миллионов параметров. Все был VR 2.3, стал 1.7. И у XXL конформера дальше мы еще дальше проваливаемся по улучшению качества. Ведь здесь было 2.6, здесь 1.6. И еще одна такая особенность вот такого в автовек-лайк предобучения в том, что мы по выходу глубокого контекстуализированного трансформера пытаемся предсказать таргеты, где таргеты формируются вот по этим низкоуровневым представлениям после сверток. То есть у вас на самом деле довольно такую слабую информацию в себе кодируют целевые векторы. То есть они могут тоже кодировать там какую-нибудь основную частоту, уровень шума и так далее, но там условно контент сигнала вряд ли они закодируют, поскольку это там, ну, сильно простые признаки после валок.
И таким образом вы пытаетесь приблизить глубокие контекстуализированные представления трансформера с какой-то низкоуровневой информации с первых слоев. Поэтому, если у вас вот предобучены в таком в автовек-лайк режиме модель, и она заморожена, то качество замороженной модели оно само по себе не очень. Все, тут был эксперимент с задачей фонем и когнишем, когда мы там по фреймам предсказываем фонемы. И был заморожен в автовек. Использовались разные признаки из там, первого слоя трансформера, второго и так далее до 20-го. И замерялось качество, как вот у нас работает такая замороженная модель. Видно, что вначале качество растет. То есть вот там 65 дошли до там, 90, наверное. Потом оно выходит на плато. И на последних слоях оно сильно падает. То есть, опять же, потому что у вас последние слои подстраиваются под хорошую корреляцию с таргет-вектором, а таргет-вектор коррелирует, не коррелирует, а строится по там, низкоуровневым сверточным представлениям. Поэтому он в целом не может в себе содержать такую полезную для задачи распознавания фонем информацию. А она накапливается там где-то вот чуть раньше, до конца сетки. Таким образом, говорят про то, что в автовек имеет такое автоэнкодер-лайк поведение. Если у вас была вавка, после нее свертки, и на выходе вы пытаетесь предсказать то же самое, вот что выдают вам свертки примерно. То есть какую-то низкоуровневую информацию. И вот тоже эксперимент с этой корреляцией, когда мы смотрим, насколько у нас слова коррелируют с выходами слоев трансформера. То есть мы берем условно транскрипцию, смотрим, какие там слова, делаем из них one-hot-вектор. С помощью forced-alignера смотрим, на каких признаках, ну, по времени у нас примерно должны быть эти слова. И хотим, чтобы они сильно коррелировали. Да, и вот здесь оранжевое — это в автовек, синее — это в автовек XLSR. Видно, что где-то в серединке сетки накапливается информация вот о контенте языка, а потом она начинает релаксировать ближе к нулю, потому что, опять же, вот у нас такая objective function, такое построение целевых векторов. Не знаю, может быть, скомканно объяснил, понятна ли вот эта идея? А можно бы еще раз, ну, быстро объяснить идею, пожалуйста? Да, конечно. Угу. Давайте на картинке посмотрим. Ага. Смотрите, у вас есть вейформа, да, такое супер низкоуровневое представление. Ну да. Есть потом свертки. Угу. Свертки извлекают некоторые латентные векторы. То есть вот здесь каждый из этого — это какой-то вектор. И в целом вот это представление, которое здесь формируется, оранжевые вот эти квадратики, это что-то напоминающее спектрограмму. То есть у нее есть там какая-то длина, какая-то высота в этой матрице. И мы увидели, что она довольно неплохо коррелирует некоторым методом со спектрограммой. Вот, и по сути вы берете что-то, напоминающее спектрограмму, смотрите, ну, формируете по этой спектрограмме простым преобразованием вот эти ваши векторы целевые и пытаетесь сделать так, чтобы у вас такие представления после трансформера, да, которые в себя там глубокий контекст улавливают, которые там довольно богатую могут информацию выучивать, чтобы они были максимально близки, то есть здесь similarity же считается, с вот такими низкоуровневыми таргетами. Таким образом, это напоминает автоэнкодер. Когда у вас на входе какая-то там, ну, какой-то объект, где-то в серединке формируется крутое его там высокоуровневое представление, а потом вы пытаетесь его обратно как бы развернуть в тот же самый объект, то есть в низкоуровневую информацию такую. Стало ли понятнее? Ну да, стало. То есть поскольку у вас вот эти C должны коррелировать с Q, а Q получается вот по этим, ну, чем, чем, чему-то вроде спектрограмм,
то если мы возьмем просто эти C и пытаемся доучить это на SR с замороженным всем энкодером, то этого не получится сделать. То есть так же, как там вы не можете по спектрограмме одной обучить ASR сразу с CTC лоссом. Вот. То есть если вы все разморозите, конечно, там энкодер вам быстро подстроится под нужный ваш функцию потерь, да, и будет хорошо свою задачу решать. Но вот если у вас все заморожено, то наблюдается вот такое поведение, что где-то там на 17-м слое качество хорошее, даже в замороженном варианте, а уже на 20-м слое оно хуже. Хотя он как бы должен, по идее, более высокого уровня информации поддерживать. В чате спрашивают про линейный слой, который вместо квантизации. Дальше вот будем рассматривать другие методы и увидим, что на самом деле можно сильно не заморачиваться с квантизацией. Думаю, будет понятнее. Еще вопрос. А верно же, что вот здесь левая и правая картинки, они примерно про одно и то же. Вот про то, как коррелируют промежуточные фичи слева с изначальным, а справа с таргетами. Почему на левом именно за два слоя так резко оно падает, а на правом все более плавно? Смотрите, справа это именно корреляция, да? То есть насколько слои коррелируют с word-лейблами. А слева это именно обучение на phoneme recognition, то есть на такую задачу, которая довольно близка к распознаванию речи, но когда у вас вся модель заморожена, то есть вы именно берете там output первого слоя трансформера, пытаетесь на нем обучиться, ну вот, представьте, что на распознавание речи, например. Вот. У вас не очень получается с первого слоя. Там, с десятого слоя у вас получается уже там, сильно лучше. Вот, и оно выходит на плато, а тут дальше мы уже проваливаемся, потому что вот это все предсказывает что-то похожее на свертки. То есть это немножко разные, ну, как бы, эксперименты. Один именно такой с обучением, второй с поиском корреляции некоторой. И они как бы показывают, что и в начале, и в конце хуже, чем где-то посерединке, но да, немного по-разному. А слева, а Плюс еще, какую модель наверное, мы используем слева? вот красный — это в AutoVec 2, а синий — это вот там Google предлагал там свою сетку, которая вот от этого свободна. Там некоторая была такая сиамская архитектура, которая училась, что там вавка и ее аугментация должны быть близки. За счет этого у нее вот нет такого поведения, потому что там сравниваются уже такие высокоуровневые векторы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну и да, еще стоит отметить, что есть несколько разные модели, потому что, видите, здесь даже 20 слоев, а вот это 24. На целом паттерн один и тот же, что вот у нас такое autoencoder-like behavior. Окей, summary по автовеку. То есть, во-первых, это контрастив такой подход. То есть у вас берется из одной вавки сколько-то сэмплируется негативов, пытаются сделать так, чтобы они были не похожи. Во-вторых, смотрите, здесь негативы берутся из того же утеранса. То есть это такой притрейн, который хорошо подходит под распознавание речи, например. Но, наверное, под распознавание спикера не сказать, что это сильно заточено, потому что как негатив у вас там чанки, скорее всего, с тем же спикером. А второе, что это был первый метод в целом, который позволил получить, вот здесь написано Single Digit Word Error Rate. То есть мы с вами видели, что там 8,3. На гибриспиче, это стазер части, используя всего вот там 10 минут лейблов. А в чем недостаток этого подхода? То, что у вас вот есть обучаемый словарь, там должен быть гумбелевский софтмакс, нужен diversity loss. Нужно подбирать гиперпараметры того, насколько сильно у вас добавляется в лосс ну, штраф за разнообразие. Вот, это минус. Также мы увидели, что сильно важно, чтобы у вас предобучение было в том же домене, что и целевая задача. То есть если вы хотите хорошо работать там на распознавании речи в колл-центре, вам вряд ли нужно предобучаться на YouTube или тем более там на мультиязычном каком-то разнообразном датасете. Называется в автовек, он использует сырые вейвформы, но мы поняли, что в целом можно использовать и спектрограммы. В оригинальной работе использовался трансформер, но
для ISR, для там, speech enhancement, по-моему, для многих других задач в speech хорошо работает конформер, поэтому его здесь лучше применять. Ну и такая еще особенность, да, что если у нас энкодер заморожен, то у нас наблюдается вот это автоэнкодер-like поведение. Давайте тогда посмотрим на следующий подход. Как вначале вот вы предлагали учить как BERT, то есть таком predictive задаче, когда у нас уже мы предсказываем именно метки классов. Тоже используется waveform, после нее там сверточный фичи-экстрактор, извлекая те же зеты, маскируем часть, подаем в трансформер. Теперь мы хотим предсказывать уже именно метку класса. То есть, что вот там для этой маски мы предсказываем там некоторый 20-й класс ID, а для вот этих масок 5-й класс ID. Осталось понять, как нам их намайнить. Вот, и там, по-моему, у вас в анонсе была картинка, что можно это сделать с помощью такого офлайн-этапа кластеризации. Когда мы берем waveform, по ней строим спектрограмму, эту спектрограмму прогоняем через k-means кластеризацию на небольшое число кластеров, то есть там на 50 или 100. А оно может выучить какие-то ну, вот, разнообразные участки спектрограммы, и вот эти метки кластеров мы будем использовать как лейблы. Соответственно, у нас это процедура построения словаря офлайн, поэтому у нас нет вот здесь этой всей проблемы с кодбук-коллапсом, с таким онлайн-обучением. Нам не нужно никакого штрафа на построение словаря. То есть мы учим просто вот в таком masked language modeling. А можно еще раз, что мы кластеризуем? Фреймы спектрограммы. А фрейм это, допустим, 100 отчетов? Или... А, спектрограммы, понятно. Единственное отличие, наверное, такое значительное от Берта, в том, что у нас здесь процедура маскирования, такие мы маскируем целые спаны токенов подряд идущих. Ну и в автовеке, на самом деле, то же самое. То есть мы не хотим там маскировать просто одно значение, которое там себе кодирует, словно 20 миллисекунд. Мы хотим какой-то побольше кусочек речи намаскировать, чтобы такая задача была посложнее. Чтобы целый промежуток предсказывать, а не просто там как-то интерполировать по 20 миллисекунд. А вот эти вот циферки, которые у нас там 25, это как бы номер кластера? Да-да-да. И у нас как бы трансформер номер... кластера выдает. Трансформер, понятно, выдает какой-то вектор. Мы потом его проектируем в нужную размерность, там 50, например. А, ну, да. Пропускаем через softmax, да, и хотим, чтобы там кросс-энтропия была минимальная. Да, хорошо. Ну, хорошая идея. Единственная проблема, смотрите, что у нас опять такая же штука. Да, какой-то вопрос? Спектрограмму считаем. Что-что? Почему бы нам не выкинуть CNN Feature Extractor, если мы все равно спектрограмму считаем? Да, ну на самом деле просто типа так принято в Фейсбуке. То есть вот любят они на ваках учиться. То есть Google спокойно делает это все на спектрограммах. Люди показывают, что ну, вот на спектрограммах все нормально работает. Но вот почему-то мета не уходит от вавок. Просто в AutoVec и Hubert этот подход они предложили. Дальше будет очень похожий подход с тоже BERT-like режимом, но там уже будет исходные спеки без waveform. Хорошо. Соответственно, единственная, наверное, такая ложка дегтя, что у нас опять таргеты, они довольно слабые. То есть это какие-то кластеры по спеке. То есть, наверное, они что-то не супер осмысленное кодируют в себя, такое что-то низкоуровневое. Поэтому в Хьюберте есть две итерации обучения. То есть они сформировали такой словарик, запретренились, после этого делают вторую итерацию обучения. То есть берут активации с каких-то слоев трансформера,
Там они пишут, что у нас эмпирически работает лучше всего там с 6 или с 9. Моя интуиция здесь в том, что, опять же, потому что там слои посерединке лучше кодируют такую высокоуровневую информацию, если мы используем какой-то низкоуровневый таргет. Например, в этом, когда у нас просто спека. Соответственно, они взяли с там, 6 или 9 слоя активации, точно так же их покластеризовали. У них уже получились какие-то метки классов поинтереснее. Эти были одни, стали другие. И они делают вторую итерацию обучения. Соответственно, называется подход Hidden Unit BERT. Вот. Hidden Unit, понятно, потому что мы вот с этим кейминсом такие делаем таргеты. Вот. И что он в итоге дал? Он в итоге позволил лучше работать в low ресурсе. Здесь такая бледно-розовый график этого Автовек 2.0 на LibriVox предобученный и фантюнится с разным количеством данных. На ISAR считаем мы work error rate на тест-аутер части. И есть Hubert, тоже на LibriVox запретрейненный и на тех же самых данных фантюненный. Видно, что когда у нас там данных мало, 10 минут, Hubert показывает лучшие метрики. Вот, и так происходит там еще до 10 часов, но постепенно это схлопывается. То есть на таком не в low resource сценарии они работают примерно одинаково. Вот, а салатовая линия — это уже там модель сама по себе побольше. Понятно, что она из-за своей capacity лучше моделирует какие-то связи в waveform-ах, поэтому она еще там лучше сходится. Да, обучается в два этапа. Вначале первая процедура на кластерах по успеке. Вторая стадия, когда мы на уже кластерах по фичам из серединки модели. Соответственно, summary, если у нас, видите, это уже predictive подход, у нас нету contrastive loss, а просто masked language modeling. В чем еще плюс, что у нас нет вот этого онлайн-квантизации, онлайн-построения словаря, поэтому нет никакого дополнительного штрафа в лосс, и там кодбуки у нас не коллапсируют. Интересно, что используют тоже промежуточные слои для построения целевых переменных. А можно вопрос про автоэнкодер-like behavior? Да, давайте. Я не совсем понимаю, типа, откуда это возникает, потому что, ну, например, у автоэнкодера понятно, откуда это возникает, потому что у него, типа, bottleneck есть, узкое место, в котором ему нужно как-то закодировать сложную информацию. Вот. А у трансформера, ну, как будто бы у него нет bottleneck'ов, и он может эти низкоуровневые фичи просто протянуть от начала до конца, не извлекая никакие верхнеуровневые. Что именно заставляет его извлекать верхнеуровневые? Да, это правда. Но тут скорее... Соответственно, вопрос в том именно, почему как-то где-то извлекаются хотя бы верхние уровни, да? Почему низкоуровневые на конце, вам понятно? Да, да, или... да. Это делается за счет того, что у вас вот здесь большой кусочек сигнала маскируется, да? В котором там было сказано какое-то, не знаю, может, целое слово. То есть вот эти серенькие квадратики, они, ну, там, миллисекунд 20 по своей ширине, но их маскируется сколько-то сразу подряд, целый спан. Вот. И таким образом вам нужно как-то эту информацию восстановить. То есть в том виде, конечно, который коррелирует со сверточными фичами, да, такими низкоуровневыми. Но тем не менее, там будет целый какой-то фрагмент сигнала. Да, да, окей, я понял. В принципе, понятно. Да, мне раз вы это спросили, это хороший тоже момент, чтобы вернуться. То есть видите, что
На этом правом графике, помимо Автовека, есть еще Хьюберт. Соответственно, вот он зелененький Хьюберт. И черненький это ВЛМ. Это там, почти то же самое, что и Хьюберт. И они вот этим уже не страдают. То есть у них действительно, чем глубже мы идем по трансформеру, тем у нас лучше корреляция с... Там, ну, лучше заложено значение слов. Потому что, опять же, у нас вторая итерация обучения использует вот как раз там промежуточные слои. Поэтому выход у вас будет такой довольно осмысленный в модели. Окей. Да, третий подход. Как раз к вопросу, зачем нам вавки, если нормально все со спектрограммой. Вот, это подход BesterQ от Google. То есть они сразу берут вавку, извлекают из нее спектрограмму, маскируют какие-то кусочки спектрограммы и тоже хотят учить это как must language modeling. Соответственно, здесь еще сильнее как бы упрощено вот это построение словаря. То есть вам не нужно ни онлайн его учить, вам не нужно ни офлайн его готовить с помощью там KMinfo, не нужно делать две итерации обучения. То есть у вас просто берется вот тот фрагмент, который был бы замаскирован, ну, будет замаскирован, умножается на случайную матрицу, да, то есть вот такая проекция строится. И дальше выбирается по косинусу из случайного набора векторов ближайший. Вот. И тот вектор, который ближайший к там, данному кусочку спектрограммы, его идентификатор используется как лейбл. Понятная идея? Верно, что про рандомные типа элементы, на которые мы ищем близкие, можно думать как на про LSH. Что там тоже что-то похожее, что с проекциями и рандомными векторами. С одной стороны, да. С другой стороны, здесь отличие от хэшей в том, что у вас все-таки... А, хотя там тоже локал уже. Наверное, да, наверное, да. Интересный, конечно, вопрос. Какой-то вопрос еще был в чате. Заморожен ли кодбук? Да, вот здесь видите, этими снежинками я рисую, что все заморожено. И матрица проекций, и вот эти векторы в кодбуках. И то, и другое случайное. Соответственно, назвали его BesterQ, там Random Projection Quantizer. В чем, ну, плюсы понятны. Мы выкинули эти свертки. У нас кодбуки не обучаются ни онлайн, ни офлайн. Минус только в том, что здесь опять будет вот эта штука с autoencoder-like behavior. То есть у нас опять же таргеты строятся как там, рандомные преобразования над линейные. Над свертками, ой, что-то я все уже, над спектрограммами. Поэтому если будет все заморожено, то лучше брать выходы со слоев не в конце. Табличка с результатами. Видно, что работает на уровне с Автовеком и Хьюбертом, даже где-то обгоняет. То есть, например, вот здесь есть Хьюберт на миллиард параметров. И он работает хуже, чем вот BesterQ на 600 миллионов. Но это скорее связано с тем, что BesterQ там сразу брали конформер, а вот Hubert и в Автовеке они использовали трансформер-слой, который не такой выразительный для спича. Ну вот есть в Автовек BERT, например, в котором тоже конформер, и там, по сути, некоторый микс вот такого в Автовек лосса и Hubert лосса, то есть там как контрастив, так и предиктив таски в нем, но работает вот видно на уровне или даже лучше с таким простым вариантом как BesterQ.
Тоже вот еще одно подтверждение этому autoencoder-like поведению. Если мы берем замороженный Blazor Q и пытаемся по разным слоям обучаться уже на ISR. Если это делал Google, там на voice search task, соответственно, видно, что у вас там до пятого слоя, ну, на первом слое качество плохое, на пятом лучше, посерединке вот где-то оптимум, если вся модель заморожена. Ну и потом оно также ухудшается по этому, чем глубже мы в модели идем. А этой весной выложили статью, выпустили Google USM, то есть они там назвали Universal Speech Model, тоже там был довольно жесткий ретрейн на 10 миллионах часов. Я больше, по-моему, не видел вот в статьях таких по speech pre-training. Соответственно, там было 10 миллионов часов YouTube. Опять же, подчеркивается, да, что вот pre-train — это обычно такая самая затратная по вычислениям таска. И после того, как, понятно, мы запретренились, там еще несколько этапов. Вот, и в конце supervised fine-tune, он самый дешевый. Соответственно, здесь использовался BSTRQ. Можно было бы сказать, ну, понятно, что это статья от Гугла, и если они предложили BSTRQ, то они так и будут его использовать. Но у них была интересная ablation стадия. Вот. То есть они конкретно в этом эксперименте делали предобучение на миллионе часов, причем миллионе это уже почищенных, там, после voice activity detection. То есть это именно такое speech-heavy датасет, а еще и мультиязычный, то есть там было 55 языков. После того, как они на таком датасете предобучились, они делают fine-tuning. То есть есть датасет Covest, он на основе Common Voice построен, где мы учим speech translation. На входе у нас звук на каком-то языке X, на выходе должен быть текст на английском. Соответственно, вот такой фантюнинг на 21 язык и на там, 3000 часах. И замеряется метрика blue, то есть та же, что и просто в машинном переводе, что у нас чем она выше, тем лучше. Соответственно, вот у нас конформер на 600 миллионов, предобученный в разных сценариях. AutoVec BERT и BSTRQ. Замеряем отдельно там high resource язык, mid и low. Ну и в среднем по всем. В AutoVec BERT лучше работает на high resource языках, но BSTRQ побеждает там mid и low на 600 миллионов параметрах. Но если мы скейлим модель до 2 миллиардов, то видно, что в AutoVec BERT особо не улучшается. То есть вот здесь было 35,6, стало 36, было 25, стало 28. То есть диф-то довольно небольшой. Но BSTRQ у нас улучшается значительно. Словно с 25 до 31, с 15 до 21. Таким образом, он лучше скейлится по числу параметров модели при том же объеме данных. И авторы связывают это с тем, что у него вот такая простая квантизация с замороженным кодбуком. А в AutoVec BERT у нас все равно есть как бы свой diversity loss, и надо это контролировать, и это может мешать обучению. High, mid и low — это ресурсность языка. То есть, условно, у вас там английский — это high resource язык, его там много и в притрейне, и, скорее всего, в fine-tune тоже довольно много. Вот, а low ресурс, когда у вас там мало данных по этому языку. Вот. Таким образом, авторы делают вывод, что BSTRQ — это такой scalable self-supervised learner. Соответственно, интересный подход. Он тоже BERT-like, то есть predictive. Он требует только одного стейджа обучения. Понятно, у него там не страдают кодбуки. Он хорошо скейлится. Вот. Единственная проблема, ну или не проблема, а особенность — это вот этот after-coder-like behavior. Да, и последний подход из self-supervised.
режимов довольно интересный тем, что он уже не совсем про спич, то есть он называется Data to Vec. Он способен, ну, он может использоваться для любых данных. Там можно обучить подвижен модальность, можно для текстов, можно для спича с некоторыми оговорками. В чем идея? У нас на вход приходит ну, какой-то объект, например, waveform, и пропускается через modality specific feature encoder. То есть, условно, для спича вот эти могут быть 7 слоев сверток. Для текстов это будет у нас просто там, токенайзер плюс матрица эмбеддингов. Извлекаются некоторые вот эти латентные векторы. Дальше мы хотим применить процедуру маскирования. Опять же, там для спича мы будем какие-то целые спаны маскировать. Для берта можем просто случайно. Для вижена использовать там маскинг из вижен трансформеров подходов, когда там патчи тоже маскируются. После этого мы пропускаем вот эту матрицу, в которой частично замаскированы фреймы через трансформер энкодер. У нас формируются какие-то контекстуализированные представления. И мы хотели бы учиться именно вот по этим контекстуализированным представлениям. Что для этого можно сделать? Можно взять тоже энкодер, тот же самый, извлечь признаки, но уже ничего не маскировать, а пропустить их все через энкодер. То есть видно, что он сформирует некоторые тоже свои выходы. Видно, что они отличаются от тех выходов, когда у нас они замаскированы. И вот мы хотим сделать так, чтобы вот эти аутпуты, которые были замаскированы, были похожи на аутпуты, когда мы вход вообще не маскируем. Соответственно, здесь у нас какие-то continuous векторы, поэтому это, наверное, должна быть задача регрессии. И веса получаются у нас те же самые, которые, ну, которыми строятся вот эти представления для замаскированного объекта и которыми строятся представления для полного объекта без маски. Соответственно, это у нас как бы input loss, это у нас target, и мы можем считать какой-нибудь там MSE или MAE. Ну и вот здесь они используют такую комбинацию двух лоссов. То есть в одном режиме, где у нас слабо отличается, там будет MSE, а в ином случае у нас будет MAE, то есть L1 лосс. Да. Такой вот подход. Как думаете, будет ли работать? Ну, ему ничего не мешает везде нули предсказывать условно и иметь нулевой лосс. Да, трэш какой-то. То есть можно предсказывать какую-то константу, да, действительно, все будет классно. Соответственно, это называется representation collapse. Как с ним бороться, как думаете? Может сравнивать какие-то представления, но активации и промежуточных слоев. Ну, будет тоже там константы выдавать. Ну, какой-то контраст и флос использовать, чтобы одинаковые были похожи, а различные различными. Угу. А если мы хотим остаться с тем же лоссом, то есть никак не меняем лосс, но с самими сетками что-то можно сделать? Смотрите, ну, можно, может, так наверное... же, как в автовеке, вот это diversity через энтропию увеличивать. Угу. Ну да, но это было бы изменение самого лосса. Вот я имел в виду, типа, именно что-то с сетками. Можно подумать, как бы нам сделать так, чтобы у нас были разные веса. У, соответственно, student части и у teacher части. Если у нас будут разные веса, то не получится такого, да, как будто бы, что может предсказываться константа.
Единственная проблема, где взять эти веса. Поэтому здесь используется такая, вот то, что предлагали, по-моему, в начале еще на Вахтовеке, Exponential Moving Average, Weight Tracking. То есть когда у нас веса тичера релаксируют как суперпозиция его предыдущих весов и с каким-то весом весов студента. Таким образом, мы учим наш студент, у него как-то могут меняться веса, дребезжать под воздействием градиента. Экспоненциальное среднее у нас можно рассматривать как, ну, такое сглаживание, да, как фильтр низких частот. И вот у тичера такие будут более плавные веса, релаксирующие. Соответственно, это было подсмотрено, во-первых, в статьях типа Бьола, если знаете, для компьютер вижена. Вот, то есть там это тоже позволяет такие получше генерировать таргеты. Во-вторых, ну понятно, это позволяет избежать того, что у вас одинаковые веса у двух сеток, что там будут одни и те же таргеты. Соответственно, даже в таком сценарии это все равно может вырождаться, то есть все равно может случаться representation collapse. Но вот варьируя эту тау, то есть скорость затухания, меняя learning rate, можно, да, нормально в таком сценарии учиться. Основных... Варьируя в смысле в процессе обучения, оно меняется? Ну, скорее подбирая, во-первых, на там, запуская несколько экспериментов с разными тау. Во-вторых, да, насколько я помню, оно еще шедулится. То есть, типа, вначале вам особенно важно, чтобы они там разные были. Два таких интересных преимущества этого подхода. Во-первых, то, что он modality agnostic в некотором, ну, образе. То есть в целом, если там немножко поменять маскирование и feature extraction, то это будет нормально работать там и для текстов, и для картинок, и для звука. Вторая особенность, что у вас здесь генерятся такие довольно классные целевые переменные. То есть если в обычном берте у вас там какой-то фиксированный жесткий словарь, и там какой бы контекст не было данного предложения, там таргет будет одно и то же слово, да, там все время, то здесь у вас таргет приобретает свойство контекста, и он таким образом более богатым становится. Впитывая информацию о своем окружении, словно какое вот именно в этом конкретном примере слово имеет значение. Да, тоже это был, предложил Facebook, тоже в 2022 году. Более того, там, да, я вот еще не сказал, что там на самом деле таргет это было как усреднение к последних слоев, а не просто самый последний output. Было показано, что это лучше работает. Потом они еще немножко посидели, выпустили Data to Vec 2.0, в котором тоже используется идея. То есть тоже там экспоненциальное сглаживание, teacher и student. Но он такой более эффективный. То есть там для одного примера генерируется много масок для объекта. Таким образом это эффективнее учится. То есть сходится к метрикам за меньшее количество компьюта. Табличка с результатами. Опять же, лучше всего это работает на low ресурсе. Ну и про эти. Да, тот век, который 2.0, еще использует меньше компьютера. То есть, кстати, тоже интересно посмотреть, сколько для этого нужно вычислений. Здесь были эксперименты для вот базовых моделей на 16 видеокартах, сотых. И вот нужно там для Вахтовека 2,5 дня на 16 картах. Для, да, тут век 2.0, чуть меньше 2 дней. Large модели они притрейнили на 64 карточках. И вот для Вахтовека нужно там 6 дней. Для, да, тут век 2.0 3 дня примерно.
Вот, это в целом все, что я хотел сказать вам про притрейн. Дальше будет небольшая еще, небольшие две темы. Какие-то остались вопросы про self-supervised? Можно небольшое summary вот всех моделей сейчас? Вот, допустим, для звука, какая сейчас по качеству лучший подход? Ну вот, Data Track это скорее интересно, да. Вот это, ну, там, что он модалис агностик, что там такие богатые таргеты, а предыдущие три, они активно используются, ну, вот, в разных больших моделях. То есть, например, вот была модель, которую я показывал, Google USM. Это она была. Вот это. Это вроде такая сейчас самая жирная сетка от Гугла, внутренняя, там они на куче внутренних данных это делали, и они это делали на BesterQ. Он отличается тем, что там конформер, и он... А, ну да, вот с этими проекциями. Мета, ну тут, знаете, есть некоторая политика, то есть как бы если ты какой-то подход придумываешь, ты, скорее всего, на нем сидишь, даже если он там может как бы не быть лишенным каких-то проблем. То есть, например, мета вот устойчиво учит в автовеке. И вот, например, я в самом начале вам говорил про weakly supervised и вот про модель на вот эту мета MMS, Massively Multilingual Speech. Там они тоже вначале притрейнили в автовек 2.0, потом его файн-тюнили на вот этих weakly supervised данных. Ну, при том, что вот у автовека, понятно, есть много недостатков. Часть из них даже подчеркивала сама мета. Например, вот в статье там... здесь, в автовек.аук. Это тоже делала мета. Показывали, что да, если там ставить конформер вместо трансформера, то будет лучше. Но почему-то они устойчиво продолжают, ну, учить трансформеры. А в Data to Vec не пробовали вставлять другие слои? Типа для звука конформер, для картинок, по идее, это уже будет буст от конволюции, может быть. Не, насколько я знаю, нет. Вот, может быть, все еще впереди. Но в целом, вот наш опыт, что в Auto Vec нормально работает. Есть свои особенности с тем, что там, да, нужно... некоторые гиперпараметры подбирать, могут коллапсировать кодбуки. Вот, и тоже мы там переходим на случайную вот эту документацию. Но в целом подход действенный. И вот эти все методы, которые, вот, например, про Hubert, да, я рассказывал, или про BesterQ, или вот про DataTrack, они часто важны уже скорее там в каких-то low-resource сценариях, чем на таком, на large-scale сетапе. Хорошо, давайте тогда немножко посмотрим на ансамбли, про то, как можно системы комбинировать. Вам, наверное, рассказывали, ну не наверное, а точно рассказывали про разные лоссы для SR. Например, вот есть encoder-decoder подход или listen, attend, install. И он обладает такой теоретически более мощной выразительной силой. Может учитывать там длинный контекст, смотрит на весь звук, смотрит на весь уже предсказанный текст, но при этом у него есть свои недостатки. То есть он может галлюцинировать, может в целом выдавать какую-то просто правдоподобную гипотезу, а не совсем то, что говорил пользователь. Есть CTC-подход. То есть у него там основной недостаток, он же преимущество, что у вас токены на выходе независимы. И от этого он как бы совсем не учитывает языковую информацию, и его нужно обязательно инферить с языковой моделью. Но при этом он также меньше страдает на такой, на длинных записях. То есть если у вас какой-то звук приходит длинный, он меньше деградирует по сравнению там с listen, attend, install. Вот. Есть recurrent neural network transducer,
Понятно, это что-то среднее между CTC и WASM. Да, у него там, понятно, он хорош тем, что может в стриминге использоваться. Что еще? Хорош тем, что использует языковую информацию. Вот, но при этом ему там сильно много языковой информации не нужно. То есть показывается, что prediction network можно делать у него довольно слабеньким. И работать это будет хорошо. Даже, может быть, лучше, чем какой-то жирный prediction network. Соответственно, у нас есть разные лоссы, да, разные головы у ISR-моделей. И таким образом они могут порождать разные распределения ошибок. То есть какие-то модели лучше на там, одном сценарии, на одном звуке, на одной длине. Вот какие-то модели делают больше, например, deletion ошибок, другие модели могут делать больше substitution ошибок. И мы можем эксплуатировать вот эту разницу в распределении ошибок, ансамблируя несколько моделей. Более того, помимо того, что вот у нас могут отличаться декодеры, у нас сама по себе может быть разная структура энкодеров. Например, там, допустим, в AutoVec Transformer, или мы отдельно учим конформер, может быть, у нас какая-то LSTM-сетка. И зависимо от природы энкодера могут тоже отличаться распределение ошибок. Не говоря уже о том, что мы там часть моделей можем предобучить. Может быть, разный словарь. Там где-то у нас character-based, где-то у нас BPE-модель. Поэтому такое. Хочется обсудить, как вот можно разные паттерны ошибок нивелировать с помощью ансамблирования. Один из методов, который вот был предложен еще в 97 году, называется ROVER, Recognizer Output Waiting Error Reduction, то есть снижение ошибки распознавания путем голосования отдельных систем распознавания. Вот у нас есть какой-то речевой сигнал. Мы его пропускаем через несколько моделей независимо. Причем это могут быть такие полные черные ящики. То есть можно в API разных компаний стрелять и получать результаты. Для каждой модели мы получаем там свое распознавание. Вначале мы выравниваем, так чтобы вот у нас там... да, кстати, вы мне лучше расскажете, как мы это выравниваем. После этого видно, что там какая-то модель ошиблась здесь, какая-то здесь. Но если мы в каждой ноде сделаем голосование, то у нас получится, ну, по большинству просто. То есть вот в первой ноде два раза было салют, один раз салют это. По majority voting побеждает токен салют. Вот здесь побеждает это и так далее. Соответственно, такой подход позволяет уменьшить количество ошибок. Мы дальше посмотрим, насколько сильно. Давайте вы мне расскажете, как такое сделать. То есть как нам можно вот повыравнивать выход одной системы и выход другой. Мне кажется, надо, можно динамику какую-то посмотреть, поланить так как-то, чтобы... Допустим, расстояние или расширение было между проходностями. Угу. Да, немного было это. Пропадали вы, но, насколько я понял, вы предлагаете расстояние Левенштейна смотреть между одной и второй, да, и искать там оптимальный путь в этой матрице. Угу. Вот. Ну, действительно, так и делается. То есть вот у нас было бы, если две... какие-то строчки, они почти полностью совпадают, кроме вот синеньким я подсветил R и желтым OS. Вот. Ну и можно там построить матрицу, посмотреть, что у нас две ошибки, и запомнить, если еще путь, как мы там шли, то построить такое выравнивание. Но это если две последовательности. А если у нас три последовательности, то что нам делать? Можно ли как-то этот подход обобщить на случай вот трех последовательностей? Нельзя одну зафиксировать
по ней выравнивать все остальное. Но это же такой тогда приблизительный подход. И он зависит от порядка, в котором вы там выбрали первые две или там первые третьи, да? То есть на самом деле можно было бы вот в случае у нас двух текстовых последовательностей у нас такая матрица, да? Если у нас три последовательности, можно было бы перейти в такой трехмерный случай, когда у нас кубик, и тоже построить, словно рассмотреть в каждой вот ячейке этого кубика там семь вариантов. И таким образом в этом кубике найти вот тот целевой путь, который дает нам наименьшее количество ошибок. Но понятно тоже, что это дорого. То есть будет уже 7 n в кубе сложность такой штуки. Потому что, понятно, трехмерная матрица и 7 вариантов в каждой ячейке. Ну, асимптотически от n в кубе. Поэтому действительно в случае там k последовательности у нас будет 2 степени k на n степени k. И, например, если у нас 10 слов, n равно 10, и там какие-нибудь k равно 7 моделей, то там сама по себе и уже будет это n-мерный массив огромный, и по времени это будет долго. Поэтому вот то, что вы предлагали, используется такое итеративное выравнивание, когда мы выравниваем одну последовательность с другой, потом вот результат выравнивания двух используем, чтобы выровнять с третьей. Это, и за счет этого у нас релаксируется сложность до k умножить на n квадрате. Но понятно, что это уже теперь не оптимальное выравнивание, а такое как бы итеративное, приблизительное. Поэтому, в частности, рекомендуется модели строить в порядке от минимального вера к максимальному. Чтобы у вас вначале выравнивались последовательности, в которых вы там максимально уверены, а потом уже такие более шумные результаты к ним приклеивались. А нельзя reward-модель какую-то подкрутить еще к этому? Чтобы у нас типа ранжирование было еще лучше какое-то, обучаемое? Обучаемое ранжирование именно во время голосования или во время выравнивания? Ну, во время голосования, наверное. Выравнивание, да. Это мы уже хотим иметь какую-то модель, которая будет нам ранжировать как-то круто, и мы будем из этого уже выбирать. Ну, на самом деле удивительно, что вообще этот подход работает на самом деле. Ну, то есть как... Почему он работает, это понятно, да, потому что у вас там есть разница в природе ошибок, мы там ее эксплуатируем и все такое. Но для меня удивительно, почему это работает условно настолько хорошо, потому что, казалось бы, мы здесь вообще голосуем независимо от контекста, независимо от уверенности моделей, то есть просто по большинству. Вот. Но действительно можно использовать еще вот помимо такого. То есть, допустим, окей, вот у нас три строчки, мы их повыравнивали, получилась вот такая структура, Word Transition Network называется. То есть, условно, вот в первой ноде у нас с частотой 2A и с частотой 1 пропуск. Во второй ноде с частотой 2C и там с частотой 1 пропуск. Вот эти четыре символа там везде одинаковые, поэтому тут полная определенность, да, в происходящем. А дальше тоже вот развилка есть, и в конце все заканчивается на T. Вот, мы могли бы брать просто по большинству вот в таком пути. Но есть вариант, когда мы еще... У нас есть отдельно там confidence модель. То есть для каждого слова, там каждой моделью мы можем оценить confidence. И здесь так это интерполировать. То есть альфа умножить на именно частотность того, что это A плюс единица минус альфа на confidence. Там по нашим ISR моделям или какой-то внешней текстовой модели, например. В этом слове. Ну и преимущество ровера в том, что у вас, по сути, могут некоторые, например, могут все три модели выдать неправильные гипотезы, то есть хоть где-то, но они ошибаются. Но путем вот такого голосования вы можете вообще достать там идеальную транскрипцию.
Да, и здесь вот наш результат на внутренних данных. Тоже есть условно 5 моделей. The baseline взят QuartzNet CTC. Вот у него здесь написано 0%. Это вот точка отсчета. Дальше будет показываться улучшение относительно вот этого уровня. Например, вот Conformer CTC показывает минус 25%. Это означает, что если там VR QuartzNet был 10, то у конформера будет 7,5. Например, вот у конформера Ласса там 6,9 получается. Соответственно, здесь есть разные энкодеры, то есть вот QuartzNet, конформер, Last Vector Transformer с RNNT головой, да, и еще с BeamSearch декодингом. Conformer Last, Last Vector Last, видно, что они там как-то работают на двух датасетах вот разных. Лучше в автовек РНТ. На одном датасете лучше конформер. Но если мы эти 5 моделей агрегируем ровером, то он приводит к оптимальному, ну, еще лучшему качеству, причем, ну, везде. Здесь у нас была неопределенность, какая модель лучше, на каком датасете. Здесь везде лучше вот такая агрегация, и где-то лучше значительно. То есть вот здесь лучшая модель была минус 31%, а у агрегированных гипотез минус 38. И А еще верно один. здесь, что мы с Лемкой здесь ничего не делаем нигде? Что-что? С языковыми моделями мы здесь не декодим. Да, это все именно в таком гриде сценарии. Ну, именно CTC, да. И еще один подход, как можно это ансамблировать, это минимизация байесовского риска. Давайте вначале посмотрим на примере декодинга. То есть, допустим, у вас есть какой-то BeamSearch ASR, он выдает вам там топ-3 гипотезы с какими-то скорами. И идея в том, что вы хотите из этих трех выбрать ту гипотезу, которая будет консистентна с другими. То есть она будет лучшим образом соотноситься с остальными гипотезами с учетом их вероятностей. Для этого здесь используется некоторая функция риска, это L, которая от двух гипотез зависит, V и V'. Соответственно, в нашем случае это будет added distance, то есть как много слов отличаются в двух гипотезах. И используется вот это однормированное распределение вероятностей. Словно вот были такие какие-то скоры, мы их отнормировали, теперь скоры суммируются в единицу. Нам нужно посчитать, как у нас соотносятся все гипотезы друг с другом. Вот поэтому строится такая added distance матрица. Видно, что у нас там, например, у гипотез у самих с собой разница нулевая, поэтому она такая с нулевой диагональю. Более того, матрица треугольная, потому что она симметричная. Вот здесь тоже будет двоечка, здесь там единичка, а здесь тройка. Вот. И вот здесь, например, двойка стоит, потому что между первой и второй гипотезой added distance 2, потому что нужно сделать, например, одну замену и одну ставку, чтобы из второй гипотезы получить первую. И после этого мы смотрим согласованность. То есть смотрим ожидаемый word error rate, то есть количество, ну, расстояние редактирования, умноженное на вероятность там каждой из гипотезы. И получается, что у нас побеждает первая гипотеза, а, например, хуже всех вторая, потому что у нее две ошибки по сравнению с первой моделью и три ошибки, ой, две ошибки по сравнению с первой гипотезой и три ошибки по сравнению с третьей. Да. Вот, а у них вероятности довольно большие. 0,36 и 0,31. Таким образом, вот здесь мы как бы выбираем такую согласованную по БИМу гипотезу. Понятная идея?
Это вместо голосования как раз подход получается. Ну, типа того, то есть здесь, видите, я пока смотрю только про, ну, это вообще не агрегация моделей, а условно вот на таком гипотетическим примером с BIM-серчом, показываю, что можно было бы выбрать из BIM-а ту гипотезу, которая там соотносится с другими хорошо. Ну, дальше, да, мы перейдем к тому, как вот именно голосовать. То есть, если обобщаем на случае M моделей, то у нас есть там одна и та же тоже запись. Мы ее также прогоняем через три системы. Три системы выдают свои гипотезы. После этого мы можем каждой системой отдельно оценить вероятность для трех гипотез. Таким образом, у нас получается такая кросс-модельная оценка вероятности. И, например, может быть какая-то LAS-модель, да, которая сгенерировала там какую-то зацикленную чушь, хоть и по ее мнению довольно вероятную. А, например, CTC модель просто поймет по там, своим логитам, что вероятность такого бреда очень низкая. Таким образом, такая гипотеза улетит вниз. Вот. И по сути, такой формулой мы тоже можем выбирать оптимальную гипотезу вот, из трех вариантов. Без выравнивания, а именно за счет такого кросс-модельной оценки вероятностей. И была статья от Microsoft 2020 года, где эти подходы сравнивались. То есть там было три системы, некоторые гибридные SR, да, там до такого end-to-end deep learning, Listen Attendance Pell модель и Recurrent Neural Network Transducer. Они там работали плюс-минус на уровне. И вот за счет такого ансамблирования получалось выйти на там, метрики ниже. И в частности вот эта агрегация с байесовским риском работала лучше, чем, например, Rover. Вот, на самом деле это все, что я хотел вам рассказать про self-supervised и ансамблирование. Вот еще есть очень такие несколько слайдов буквально про semi-supervised. Но я не знаю, вы там как еще готовы слушать. Да. Супер, давайте тогда кратенько это обсудим. Сейчас, можно вопрос про ансамблирование еще? А вот Да-да-да. в продакшене это вообще кто-то использует? Типа просто гораздо больше ресурсов, чтобы все это инферить. Да, вот именно поэтому здесь эти темная тема про semi-supervised. В том плане, что смотрите, вот первые две темы, которые мы с вами обсуждали, они на самом деле нужны для такого качественного офлайн ASR. То есть вот self-supervised learning, там обычно какая-то большая модель, то есть, не знаю, там 100 миллионов параметров, 300 миллионов параметров, миллиард параметров, которую само по себе ты там в продакшн не очень хочешь засовывать. Ансамблирование тоже. То есть там есть варианты, как сделать именно как бы продакшн ансамблирование. Например, когда у вас есть один общий энкодер, и у него две головы. Одна голова CTC, другая голова LAS. Вот, и вы прогоняете один энкодер, прогоняете CTC-модель, и если она там не уверена, вы запускаете еще LAS на голову. То есть это такое именно продакшн-рейди ансамблирование. Но в частности, да, вот именно всякие роверы, именно вот этот минимум bias риск, это скорее такая офлайн стейдж для того, чтобы создать нам довольно хорошие, ну, хорошую выборку с данными, чтобы на ней потом дистиллировать, про что мы сейчас и начинаем говорить. Получается, 1B модели в продакшене не используются? Ну, зависит от того, как бы, смотря где вы работаете. То есть, если вы там какая-то маленькая компания, или там, если вы делаете какой-нибудь on-premise ASR, вот, который на цепь гоняется, то 1B модель вряд ли. А если вы делаете какое-нибудь там распознавание в колл-центрах, да, где там нагрузка вообще невероятная, там тоже 1B модели вряд ли. Если у вас какой-нибудь Telegram-бот, в котором просто распознавание голосовых сообщений, и им пользуется там, не знаю, 1000 человек в день, то вы там можете спокойно себе позволить 1B модель.
Опять же, зависит сильно от того, какая там уже у вас карточка. Типа, если у вас там условно асоты для прода, насколько хорошо вы там модель квантизовали, насколько она квантизуется в целом после вашего обучения. Ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. То есть вот, например, если говорить про ISR в девайсах, у нас там самая маленькая модель, это, не знаю, около там 10-15 миллионов параметров. Она нормально работает на CPU, мы там продаем запакованные серверы в другие компании, они у себя там разворачивают на своем железе. Есть у нас Telegram-бот, в котором вы можете там распознавать сообщения на русском, на казахском, на английском. Вот там разные модели для этого есть. Вот, и там модели уже сотни миллионов. Больше 500 тысяч параметров. Хорошо. Соответственно, вы, наверное, знаете разные подходы к semi-supervised. Не знаю, было ли у вас в этой итерации лекция про keyword spotting, задание про дистилляцию. Но, наверное, слышали про всякие там KL-дивергенции и так далее. Но в спиче, ну вот конкретно в ASR, часто применяется такой hard target distillation. То есть когда вы изначально берете какую-то размеченную выборку, обучаете на ней модель, после этого берете неразмеченные данные, прогоняете inference вашей обученной модели, у вас получаются вот такие размеченные точки, зелено-синие, их называют псевдолейблами, да, потому что они модели сгенерированные. После этого применяется data selection, то есть когда вы вот из этих всех размеченных точек хотите убрать, например, там, те, в которых вы не уверены, или те, которые слишком простые, или те, которые там слишком частые. Вот, и у вас часть точек стала серенькие, которые отфильтровались. Остались только вот эти цветные, отобранные псевдолейблы. Вы их можете комбинировать с вашими предыдущими сэмплами для трейна и на вот этой объединенной пачке переучивать вашу модель. Таким образом, ожидая, что она сойдется к лучшему качеству. Как думаете, первый вопрос, за счет чего вообще это работает? То есть мы же учимся просто на метках модели. Конечно, должен быть нулевой лосс. Понятно, да, проблема? То есть мы взяли модель, прогнали ее по неразмеченным данным, и если мы эти данные теперь докинем в обучение, то вот она, скорее всего, будет нулевой лосс. Потому что что модель сгенерировала, то она как бы... Мы сейчас будем пытаться ее предсказывать, это предсказывать. Откуда вообще дополнительный сигнал для улучшения качества тогда будет? Мы же взяли argmax здесь. По сути, от предсказания модели. И, наверное, она будет становиться более длительной на том, что она предсказывала. Окей. Есть ли в этом какая-то польза? Ну, то есть это же очень простая таска. Типа модель, ну, что-то думает про какие-то данные, мы говорим, ну, будь просто более уверенной на этом. Может, мы возьмем примеры, на которых мы плохо предсказываем, как хард-негатив. Майнинг. Ну, непонятно, как мы плохо или хорошо мы предсказываем, если у нас разметки же нету для этих лейблов. Да, ну смотрите, тут написано вот у меня под инференсом, что может использоваться внешняя языковая модель. За счет этого как бы тут явно будут дополнительные знания заложены вот в эти кружочки. И с помощью этого вы потом реально хорошо улучшите вашу модель. Плюс еще обычно применяются аугментации. То есть вот на инференции у вас нет аугментаций, да, и вы построили хорошее представление, хорошие там референсы для этих кружочков. А именно во время ретрейна вам добавляются аугментации, и таким образом как бы сложнее задача становится для модели. А второй вопрос, как вы считаете, ну,
Вообще, это же такой довольно дешевый способ. Не лучше ли делать какую-нибудь KL-дивергенцию между там сильным тичером и слабым студентом? Ну, кажется, тут бенефит именно из-за того, что у нас есть собственная разметка, и мы именно на нее учимся, а не просто unsupervised какие-то векторы. Я имею в виду, что у вас может быть там две модели, да, какой-нибудь сильный, жирный автовек-конформер, еще и какой-нибудь RNNT. Вот, и вы хотите там... Ладно, RNNT плохой пример. Ну, окей, короче, я хотел здесь, знаете, что подчеркнуть, что вот иногда кажется, что такая простая офлайн генерация лейблов, она очень простая, и что она, ну, явно хуже по качеству, чем какая-нибудь там сложная дистилляция с KL-дивергенцией. Но тут специфика в том, что у вас модели распознавания речи, они выучивают какое-то выравнивание между там входной спектрограммой и выходным референсом. И в зависимости от структуры модели, там вот это выучимое выравнивание оптимальное, оно может быть сильно разным. Особенно если у вас там модель одна стриминговая, да, с небольшим контекстом будущего, и другая модель у вас full контекст, на весь звук сразу смотрит. Поэтому сама там по себе вот дистилляция с KL-дивергенцией работает сильно плохо на моделях разной структуры, разной природы. А именно вот такой offline stage, он довольно действенный. И более того, вы можете здесь делать инференс не просто одной модели, а вот как раз использовать те наработки с ансамблями. В частности, у нас вот такого рода сетап. То есть есть банка аннотированных данных, на ней учится там разнообразный сет моделей с разными энкодерами, с разными декодерами, часть из которых предобучена. После этого вы прогоняете их через банку неразмеченных данных, агрегируете ровером. Более того, ну, помимо того, что ровер там, да, вывозит какие-то сложные случаи, агрегирует к меньшему числу ошибок, вы можете еще и пофильтровать. То есть вот когда внутри ровера у вас построилась вот эта матрица переходов, вы можете посмотреть там те случаи, где модели прям сильно друг с другом были рассинхронизованы. Все модели считали, что там какие-то разные слова нужно предсказывать, и такие сложные случаи вообще повыкидывать. Таким образом, у вас появилась баночка с псевдолейблами. Вы делаете на ней ретрейн каждой из моделей и можете вот это зацикливать там какое-то число раз. Вот. И такой тоже слайдик с результатами. То есть вот был CoarseNet 15x5 CTC. Тоже здесь такой гриди предсказания без языковой модели. Делаем дистилляцию с псевдолейблами по трем моделям. Получаем выигрыш 16%. Делаем вторую итерацию. Тоже теперь уже там берем 5 моделей, каждая из которых там доучивалась вот псевдолейблами из первой итерации. Получаем выигрыш 25% относительно исходного. То есть, условно, если был бы вер здесь 20, то стал бы 15. При этом модель осталась та же самая по своей структуре. То есть это тот же самый кварцнет. Мы его можем вообще без какого-то оверхеда выкатить в прод. То есть единственное, это вот затраченные ресурсы на офлайн стейдж. Вот. На этом у меня все. Готов ответить на все ваши вопросы, как по лекции, так и не по лекции. Можешь послать обратно? Uh-huh. А ты тут говоришь, ну, как и в результатах, там, картинки были до этого, то есть тут замеры гриди, а почему именно гриди? Вот, есть какой-то смысл или так просто быстрее? Нет, это просто было нужно, чтобы показать именно выигрыш по самой акустике. Вот. Ну, у меня была такая идея, когда я делал эти слайды. То есть там LM-ка тоже эволюционировала. Вот. Ну и, соответственно, видно, что там, условно, у нас были какие-то, типа... LAS-модель, да, или RNNT-модель, которая выигрывала там на 30% на каком-то, ну вот, кварцнет.
А сейчас мы, ну, или вот там на 26% автовекторы ННТ. А сейчас мы фактически приблизились к этому же за счет двух стадий дистилляции. То есть сейчас у нас выигрыш там тоже у Quartznet относительно его базового варианта 25%. Таким образом, вот у нас такая два этапа дистилляции с ансамблем псевдолейблов по сути привели модель в то состояние, что она догнала, во-первых, автовек с большим числом параметров, во-вторых, РННТ, который с языковой информацией, в-третьих, еще и с бим-серчом. То есть вот, чтобы такую именно акустическую разницу показать, здесь я, да, привел гриди. Спасибо. А еще скажи, пожалуйста, вопрос, если не секрет, в автовек это позже, то есть ты там перечислял разные продукты, модели в автовек где-то, да? Извини, пожалуйста, у тебя как будто бы слишком срезает высокие частоты микрофон, и я не до конца понял. Вопрос про автовек, но вот не понял сам вопрос. Можно в чате, наверное. Сори, а так получше? Да, отлично. А, у меня шумодав просто, он меня давит. Короче, ты там говорил про разные там продукты, модели. Вот в автовек это мы используем, если это не секрет. Используем, но не сам в автовек, а в автовек конформер. Вот. Наверное, не буду говорить где. И не буду говорить, на каком языке. Еще вопрос. А можешь сказать сейчас вот про глобальные тренды ISA? Вот есть направление про то, что больше данных, научимся притрейн делать. Вот. И ты еще рассказал про направление, про то, что давайте как-то попробуем поинтегрировать то, что сейчас есть, как-то по офлайн это получать, спонсорировать все. Вот глобально сейчас какие большие задачи перед ISA? Типа, как, что произойдет в следующие 5 лет условно? Да, Аким, спасибо, вопрос интересный. В целом есть как бы подход для улучшения базового качества, да? То есть, например, если вы пойдете к нам в отдел, там можно, понятно, всегда взять, отправить на краудсорсинг кучу данных, их там все поразмечают, поагрегируют с перекрытием, мы потом там обучимся и немножко выиграем. Но это тоже, опять же, вот все, что как бы связано с supervised, но мне кажется таким тупиковым вариантом, потому что это всегда bottleneck-ится вот в ресурсы разметки. Поэтому активно исследуются разные подходы, как улучшать ISR без дорогостоящей разметки. То есть это вот то, про что сегодня было сказано, SEL, supervised, то есть pre-train. Это synthetic training, когда вы можете с помощью синтеза генерировать аудиодорожки, да, за неизвестным текстом, пытаться учить всякие rejection sampling модели, которые там прям явно синтетические, отсеивают, чтобы уменьшать разрыв между распределениями реальных данных и синтетических. Это weekly supervised, когда вы пытаетесь майнить данные, там какие-нибудь аудиокнижки выравнивать с исходными текстами книжек. Что еще? Ну вот новые схемы дистилляции псевдолейблов. То есть там есть тоже как бы интересные всякие штуки, типа модуль replacing. Это вот один вариант, то есть, когда у вас есть разные-разные варианты, вы их там параллельно исследуете, параллельно применяете для того, чтобы там они как-то синтегрировались каждый в улучшение качества, просто для того, чтобы выходить на новый уровень. Второй тренд — это мультидомейн модели. То есть здесь я вам рассказывал, что вот смотрите, если вы делаете модель для колл-центра, надо притрениться на данных колл-центра. Если вы делаете модель для русского, надо притрениться на данных для русского. Вот. То есть важно, чтобы у вас там, если вы хотите оптимизироваться под конкретный домен распознавания, важно, чтобы у вас там хорошо мэчились данные как в файн-тюнинге, так и в притренинге. Но в целом это довольно сложно. То есть вот у нас там в сбердевайсах куча продуктов,
У нас там есть 7, по-моему, разных моделей или больше под каждый домен. И это тяжело поддерживать. Это там, ну, короче, есть некоторые инфраструктурные ограничения. Вот, и хотелось бы, чтобы у нас была такая единая модель мультидоменная под каждое там, независимо от того, это человек по колонку говорит или по телефону. Поэтому, ну, вот, в частности, Whisper, их довольно такое ноу-хау было в том, что мы теперь довольно робастны. То есть подобно тому, как OpenAI Clip показывал, что они обобщаются на такое out of distribution, там всякие скетчи бананов, да, и там картинки разные нарисованные, то есть на out of domain. Также OpenAI Whisper довольно неплохо работает вот со звуком разной природы и со звуком на разных языках. То есть вот еще один тренд — это такая multi-domain ISR. Третья штука, что вот раньше были гибридные системы, ну, вот такие там HMM, GMM, Caldi-like и так далее, где у вас там отдельно графем to фонем модель и много чего еще. А сейчас у многих в продакшене именно end-to-end deep learning системы. То есть это, например, может быть какая-нибудь conformer CTC, сверху навешена n-граммная языковая модель. Наверное, вот вы что-то такое делали в домашнем задании. Отдельно вам нужна компонента, которая там детектит, когда человек закончит формулировать свой запрос. То есть end-of-utterance detector или там endpoint detector. Отдельно модели, которые там потом пунктуацию устанавливают, капитализацию устанавливают уже распознанного текста. И вот еще один тренд — это такой настоящий end-to-end ISR. Когда к вам приходит в вашу нейросетку просто аудиодорожка, а вы по ней уже формируете такой крутой текст с там запятыми, с капитализацией, сами понимаете, когда нужно прекращать слушать и вот это отдавать. Наверное, я назвал три сейчас таких стадий развития. Давайте назову еще четвертую. Это интеграция с большими языковыми моделями. То есть вот сейчас довольно много хайпа на чат GPT, там Llama, Vicuna и все такое. И сейчас есть много статей, которые пытаются сделать там декодером для ISR. Пытаются, условно, речь там тоже представить как какие-то токены, закинуть в большую языковую модель и с помощью вот такого там лора файн-тюнинга по сути сделать такую мультимодальную сетку. Ну и также это можно рассматривать как такой офлайн стейдж. То есть вы можете условно взять декодер от большой языковой модели, выучить мостик между энкодером аудио и LLM декодером, получить такой огромный офлайн ISR, там принципиально нового качества, потом это зафайн-тюнить под вашу там продакшн задачу. То есть вот много хайпа, много сейчас выходит статей именно про LLM Integrated ISR. Сейчас что-то еще у меня пятое вертелось. Вот, точно. Это embedded. То есть сейчас часто распознавание, ну, такой классический пайплайн, когда у вас серверный, ну, cloud-based сервер. Условно, у вас есть умная колонка, прямо на ней крутится keyword spotting система, и вот если она сработала, чаще всего звук отправляется на сервер, и там процессится какими-то большими нейросетями. Ну вот, будущее ожидается, что это будет такое полностью все на колонке, что будет работать все без интернета, что будет работать там в режиме реального времени, что будет суперквантизованная, суперэффективная сетка. Но сейчас, если вот прямо сейчас так такое делать, то качество будет там заметным. Просадка относительно того, что можно, ну, как можно развернуться на сервере. И вот, ну, понятно, что там, например, в Гугле уже или в Apple там много чего работает на телефоне. Но вот для, например, нашей компании такой полностью embedded ISR — это в чем-то такое будущее развитие. Наверное, на этом я бы остановился. Очень интересно, спасибо. Еще вопрос про вот, ну, много хайпа с языковыми моделями, они же огромные, там 7b и дальше. Вот есть какое-то направление на скейлинг по параметрам моделей или именно из-за того, что все реал-тайм, вам ограничение? Именно ISR? Ну да. Да, мне на самом деле это интересно, но в том плане, что, в общем, по LLM-кам довольно много интересных статей про scaling laws, да, там вот прям промерено, типа,
люди постарались прокоптили небо, чтобы посмотреть там, как количество параметров, размер датасета и количество компьютера влияет на качество. А по ISR вот такого хорошего графика нету, но есть как бы много таких частных статей, где какой-то конкретный случай рассматривался, и там более-менее видно, когда упирается в размер датасета, когда мы упираемся в размер модели. Но в целом, вот даже всякие мастодонты вроде Гугла сейчас особо не учат модель больше 2 миллиардов параметров. То есть модель 2 миллиарда параметров они учат на 10 миллионах часах речи, такой, причем heavy speech речи. То есть, если там, интересное занятие, посидеть и посчитать вот 10 миллионов часов, сколько это лет. Там окажется, что это там несколько веков аудиоданных, по-моему. И я в целом вижу такой путь, что именно как бы интеграция LLM-декодера позволит как бы еще сильнее отскейлиться. Условно, вы можете обучить какой-нибудь 2 миллиарда энкодер, взять какой-нибудь 7B LLM-декодер, и вот их вместе там вначале адаптировать output энкодера к входу в декодер, а потом немножко еще пофайтюнить все вместе. И вот такая штука может вообще выйти на там, я думаю, принципиально новый уровень качества. Понял, спасибо. Еще вопрос про качество ISR, что в основном оно же работает типа нормально на среднем срезе, и колонки тебя в основном, например, понимают почти всегда. А какие сейчас, типа, есть ли проблемы, которые упираются в качество ISR? Смотрите, тут просто смотря как бы какое устройство, то есть, наверное, от компании это зависит. Ну вот у нас есть, например, устройство, такая приставка к телевизору, когда ты можешь в пульт поговорить. И оказывается, что интереснее всего это делать детям маленьким. То есть они вот обожают говорить в пульт с телевизором, и иногда еще там обожают колонки, там мультики просить включать и все такое. А при этом они там это делают как угодно. То есть они там чуть ли не в рот себе пульт засовывают, или, в целом дети достаточно... еще не сформировалось у них нормальное произношение там разных звуков и слов, и тем более английских терминов. Поэтому на таком домене там вера еще большой. Вот, и еще... Ну, а при этом это большой кусок домена, и его есть куда улучшать. Вторая проблема, что обычно колонки, они музыкальные, да? А музыки выходит постоянно много, она постоянно довольно странно называется, и там часто, условно, произношение с паузами не соответствует написанию без пауз. И для ISR-модели это на таком... тем более все люди слушают разную музыку, поэтому нам здесь нужно такой long-tail queries покрывать, да, то есть даже низкочастотные запросы мы хотели бы хорошо распознавать. Поэтому вот такое качественное распознавание музыки — это все еще некоторый челлендж в чем-то. А третье, что есть видеоконференции, и в них бы тоже хотелось... вот у нас есть например, там Сберджаз, в нем можно даже вот в бесплатной версии смотреть расшифровку встречи. То есть несколько людей говорят, там с разными микрофонами перебивают друг друга, и мы хотели бы это все распознавать и потом показывать, какой спикер когда что говорил. Вот, и там тоже это такое, пока еще челлендж-домен, на котором, показать хороший вер, чтобы там, например, симуляцию можно было делать у встреч. Плюс, понятно, всегда есть другие языки. То есть, в частности, у нас там есть в Телеграме казахский. Непонятно, мы его не просто так делали, чтобы в Телеграме показать. То есть есть как бы разные заказчики из стран СНГ, которые заинтересованы в ISR. И для них, и не только СНГ. Но там у них может быть такой относительно low-resource язык, по которому мало open-source. Там тоже вот интересны всякие эти cross-lingual transfer learning. Ладненько. Спасибо большое за интересные вопросы, за ваше внимание, за то, что в субботу нашли время меня послушать. Да, и будут какие-то вопросы вот здесь, мой телеграм. Пишите, с радостью отвечу.
Спасибо большое, что Спасибо. сделал доклад, во-первых. Спасибо, что согласился прийти. Я думаю, это абсолютно исчерпывающий обзор self-supervised звуки. Вот. И, ну, System Combination вообще очень прикольная штука, которая, между прочим, транслируется на другие области. Да? Вот. Ну и, конечно, практические результаты. Очень круто, что ты рассказал про практические результаты, про прод. Все это, конечно, очень круто в нашем теоретически направленном курсе. Спасибо большое. Спасибо большое вам, что позвали. Давайте, до новых встреч.